Всем привет! Построили вы, например, баню, и чтобы выхлопная труба железная не отдала концы за 2 года, покройте ее цинкарем. Средство недорогое, рублей 70-80. Ну, защищает хорошо. Вот. Вспомнил про него и покрываю сейчас. Ну, лучше кисточка, я уж так для сказать. Труба небольшая, и шприца побрызгать решил просто. Всю пройдите, намочите, она вытерпит намного дольше, чем непокрытая. После обработки цинкарем трубу еще дополнительно покрываю краской Гретта. Черный. Железо сохранится надолго. Вот пробуйте также. Ставьте класс и подписывайте все. Всем пока.